Уважаемые воронежцы, от имени депутатского корпуса Воронежской областной думы и себя лично примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством. Мы всегда с надеждой встречаем новогодние праздники, связываем с ними светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим планы на будущее. Для нашей области, как и для всей страны, уходящий год был непростым. Удалось сохранить положительную динамику в экономике и социальной сфере, стабильность в обществе. А вызовы, с которыми мы столкнулись, сделали нас сильнее и увереннее в себе. Я благодарен жителям Воронежской области за то, что они сформировали нацеленный на конструктивную работу ответственный состав областной думы. Эта команда, работающая вместе с лидером региона, губернатором Алексеем Васильевичем Гордеевым, вместе мы и дальше будем создавать условия для комфортной жизни и развития личности. Новый год – это прежде всего семейный праздник. Он объединяет нас вокруг главных и вечных ценностей. Любовь к детям, к родителям, к своему дому, к своей стране. Хочу пожелать вам в наступающем году успехов во всех делах и начинаниях. Пусть исполнятся ваши самые заветные желания. Здоровья, счастья и удачи вам, дорогие земляки. С Новым годом, уважаемые воронежцы!